Москве в регионе прошел уникальный проект отдыха и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей «Пятая смена» на базе летнего детского лагеря «Романтик». Проект организован Тверским благотворительным фондом «Мама» при поддержке Управления образования администрации города Твери. В период с 10 по 15 сентября 18 семей, воспитывающих детей с неврологическими и ментальными нарушениями, а также проблемами опорно-двигательного аппарата, отдыхали, общаясь и оздоравливаясь в сосновом бору на живописном берегу реки Тверца. 26 детей и 18 родителей стали дружной командой. То, что сегодня здесь, в лагере «Романтик», осуществляется такая программа, программа для родителей, для мам, с детьми, с особенностями здоровья, это заслуга большой команды серьезных, взрослых и ответственных людей. У нас получилось организовать эту программу, которую мы назвали «Пятая смена». Обычно в лагере 4 смены, и когда заканчивается лето, лагерь консервируется и замирает. А сегодня здесь жизнь. Здесь замечательная погода, здесь дети с мамами. Конечно, опыт, который мы здесь приобретаем, для нас уникальный. Мы учимся работать с данной категорией детей. И сегодня, прогуливаясь по лагерю и общаясь с мамами, общаясь с ребятами, с персоналом лагеря, очень много интересных видела сюжетов, которые радовали. Чудо происходит. Неделя на воздухе, неделя общения с серьезными специалистами, узкопрофильными, возможность поработать с логопедами и дефектологами. Это все про нашу программу, которую мы назвали «Пятая смена». Ежедневно с детьми проводились занятия по развитию речи, адаптивной физкультуре, творческие мастер-классы по рисованию и лепке, а также хоровое пение. Родители приняли участие в специальном тренинге под руководством высококвалифицированного психолога. Для активных игр была организована специальная мягкая сенсорно-разгрузочная зона. Мы очень рады, потому что дети здесь приучаются к самостоятельности, приобретают какие-то коммуникативные навыки. Вот. А мамочкам есть возможность заняться немножко собой, побеседовать с психологом, позаниматься фитнесом. На это время у нас никогда в повседневной жизни не бывает, потому что мы всецело заняты развитием наших детей. Вот. А дети здесь общаются, учатся дружить. Для них это очень важно. Занимаются спортивными играми. Здесь прекрасно все обустроено. Мы очень благодарны и персоналу обслуживающему, вожатым. Они очень здорово взаимодействуют с нашими детьми. Очень приятно было, когда нам организовали экскурсию, приезжал аниматор, концерты. Дети вообще очень воодушевленные. Прям они вместе, да, они вместе общались, они никого не стеснялись. Вообще здорово. И очень интересно и приятно, когда родители тоже могли отвлечься. Очень прекрасный проект, прекрасное место, где воспитатели, все, нам все тоже очень нравится. Если есть возможность, чтобы это было на пару недель, ну там дней на 10, это было бы вот совсем супер-пупер. В рамках проекта проведен круглый стол, посвященный организации летнего отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья. На нем были обсуждены вопросы организации «Пятой смены» и перспективы такого вида летнего отдыха детей и подростков. В работе круглого стола приняли участие представители родительских сообществ, некоммерческих организаций, администрации города Твери, профильных министерств и общественных палат Твери и Тверской области. Инновация проекта в том, что лицам, осуществляющим уход и сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, на время отдыха являются их родители, а также их нормотипичные братья и сестры. Такой подход создает уникальную, практически инклюзивную, доброжелательную среду, снимает множество вопросов и страхов педагогов и самих родителей. Ведь такие дети не могут позаботиться о себе сами. А представить каждому педагога, знающего все индивидуальные особенности ребенка, невозможно. Федеральное законодательство предусматривает создание безопасных условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ухода за детьми, которые в нем нуждаются в местах отдыха.
Но в России в настоящее время существует огромный дефицит необходимых специалистов, и в ближайшие годы привлечение родителей является самым логичным выходом из ситуации. Ну, смена вот эта пятая в лагере «Романтик» – это очень приятное событие в моей жизни, потому что я смогла побыть с ребенком и с другими матерями особенных детей. Нам никому не надо объяснять, что себе представляют наши дети. Мы можем просто расслабиться, там, довериться педагогам и окружающей среде, администрации лагеря, и получить вот эту всю услугу полностью. Однако отсутствует нормативно-правовая база, позволяющая родителям и иным сопровождающим находиться в детских оздоровительных лагерях. Поэтому подобные проекты невозможно осуществлять в рамках хорошо отлаженной в Твери и Тверской области системы летнего оздоровительного отдыха для детей и подростков в загородных оздоровительно-образовательных учреждениях. В итоге дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья не могут воспользоваться своим правом на укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитию, а их родители не могут воспользоваться рядом мер по поддержке семьям, отправляющим детей на отдых. Стоит отметить труд и дружелюбную атмосферу, созданную квалифицированным коллективом лагеря «Романтик» в дни пятой смены. Перед ними стояла очень сложная задача, связанная со спецификой отдыхающих, от налаживания контакта с особенными детьми до приготовления специального диетического питания. Администрация, педагоги и персонал показали высочайший уровень профессионализма, человечности и этики. Тверской благотворительный фонд «Мама» – один из старейших современных благотворительных фондов Тверской области, основан в 2003 году с целью оказания поддержки и содействия реализации программ и мероприятий, направленных на укрепление престижа и роли женщины-матери в обществе и государстве, в защиту материнства и детства. За 20 лет фондом реализовано множество успешных проектов и оказана помощь большому количеству семей. Последние 10 лет фонд активно развивает проекты, направленные на методическую поддержку и обучение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья для качественного вовлечения особенных детей и членов их семей в активную жизнь и занятия спортом. Здесь такие дети есть тяжелые, которых вообще нельзя оставлять. И эта программа сделана именно для таких родителей и для таких детей, которых нельзя оставить одних и которых нельзя вывести одних вообще в социум. Очень большую роль сыграло управление образованием. Это вообще необыкновенная команда получилась здесь. Марина Борисовна, ей огромный вообще вот просто поклон за то, что она сделала, она сумела создать команду такую, которая по ее зову придет в любой момент. Вот она скажет «надо», и они все прибегут. Насколько они сплоченный коллектив. Тверской благотворительный фонд «Мама» планирует развивать комплексный подход к социальной адаптации семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе оказание психологической поддержки родителям. Не менее важна и материальная помощь, которую фонд оказывает всем нуждающимся в рамках проекта «От сердца к сердцу». Любой желающий может принять участие в работе фонда. Мне тут нравится, потому что с самого утра тут хороший воздух, потому что тут деревья, тут кругом. Можно побегать на спортивной площадке, поиграть. Тут все можно делать детям.